Сейчас варится. Сейчас варится. Все горит теперь. Дом-то забыл закрыть. Хотел воды принести, а лодки-то нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Ладно, подкинуть еще надо. Что за что-то. Срочно. И сегодня за черникой надо было сходить. Литра три хоть собрать бы. Дождями зальет, она уже будет плохая. Невкусная. И косить надо. Срочно же все желтеет. Уже поздно, уже и здоровья нет. Три прокосика сделал небольших. Еще целый день тоже жара. Грибы собрать тоже проблема. За каждым надо наклониться. Попробуй.
Пойдем аккуратно, иди. Потихоньку. Слушай, куда ты, блин? Открыть, ох ты морда! Ну, как где же он прошел-то? Там сзади все закрыто. Пошла! Ох ты морда! Ну, кто первый пойдет? Дунька идет, Даниса. Дунька. Ну иди, Дуня, иди, иди, не бойся, иди, иди скорее. Иди. Иди, Даниса, иди, Дунечка, иди, Даниса. Иди, Дуняша, иди скорее. Старые коза шивы. Сдавать ее тоже надо. Стой. Дело сделал. Тамара, уток загнал. Ну, молодец. Хорошо. Они наелись, мы их не ходили. Завтра я сейчас перловку поставила варить. Там угли хорошие сварятся. На утро. Так надо опять. И комбикорм мы добавим. Да не, надо. Надо опять. Ну, помидоры утром тогда помидор там соберем каких. Ну, это утром надо. Загнал я. Давай, на, рыбу. Дедушка, давай. Рыбку почисти. Сейчас я почищу ее. Мы сделаем супчик такой.
иди, иди. Ух ты, паскудник-то какой. Паршивый. Иди гуляй, Поля. Джек, прогони его. Где Джек? Пойдем, гони его. Иди в поле, пошел. Джек, иди прогони его. Пройди-то. Пошел. Поля, о, гони его, гони. Поля. Гони его в поле. Иди сюда. Вон, гони. Джек, иди сюда. Гони. Пошел. Что там говорят по радио? Вон он, а белорусы всю музыку. Вон. У них все песни. Не взял, там еще одна баба, дура. Ага, давайте сейчас. Ага. Давай. На одном месте три штуки. Дедушка, все взял, здесь все. Ой. Сейчас, подожди, выберем такой. Сейчас пойдем туда, на скотник. Пойдем мы там, на скотник, доить пойдем. Ой, ой. Сейчас я принесу. Дедушка, расстегивай, выбери хорошую чагу. Три дурака таких попало. Сейчас я пойду сено себе это увязывать. Вот не даю птичкам, что сейчас, ну, думаю, конь прибежит. Вот, ну, дай, дай я хлебану. Пей его. Горячее только кипело. Ты смотри, какие дураки попались. Молодец. А все груша, правда? Хоть на зерно, а и туда-сюда. Ты смотри, какие дураки. И желбы. Три штуки, смотри, вот. Ага. Какие? Надо им получше выбрать такие кусочки. Жалко, какие кусочки. А, отрубишь. В лесу тоже можно жить, правда? Лес кормит. Ну вот, мешок комбикорма заработал. Да, слава богу. 500 рублей с лишним. Так, 600, подожди, наверное, 700. Сейчас я возьму веревку. Попей, попей, вон в столе там булочка, я порезала. Лопать. А может привыкли опять свои. Ну во что, дружок? Это девочка. Девочка. Она ела уже, да? А, ну так вон пузо какое. А посмотрим, кто это, девочка или кто это. Ну-ка. Что это, мальчик, наверное. Нет, девочка. Девочка, девочка. Пальма, выйди оттуда. Девочка. Я говорю, пальма, нет. Фух, бабка, так, ну, подселить было у меня что-то здесь. Сейчас я, Ну, вот оттуда, давай мне. Пошли!
Я бы не вышел, может. Это не больно. Ладно, не больно. Теперь тут не проехать вообще. Нет, теперь это... А доску не взял. Доска надо будет. Поплывем надо взять. А когда Вероника-то приедет? Не знаю. Она придет что-то. Это мне что-то надо. В Питере 4-6 тепла. Как там баба Маня говорила, 2 года зимы не будет, 2 года лета. И все. К этому идет что-то. И слева человека не будет на земле. Пойдут болезни разные. Всякие. Ну когда так было, чтобы к Новому году вот так вот все было? Да. Россия держится, что нефть. Хорошая цена на нефть. Мне было цена на нефть давно, мы все перевернули бы уже. Как хохляне. Фу! Ну я думаю, перца не надо ложить сюда, потому что... Вот, что такое, говорит, счастливым? А что такое счастливым? А что ты? День прожили, слава тебе, Господи. Вот и счастливый, да? Покушать есть, и ладно. Это в городе там все вот это стремятся, там, смотри, этот ковер купил. Блин, и мне надо ковер. А смотри-ка, у него это там сервиз хороший какой-то, да? Немецкий. Надо и нам такой. Вот идет эта гонка. А мне-то не надо гнаться ни за кем. Я, слава богу, прожил денек, и ладно. Погони никакой нет у меня. Так. Выйдите. Вот идет перегонки. Этот машину купила, а мне надо лучше. А в гроб-то не возьмешь с собой все это. Ну это жить просто ради что это. Ради чего? Ну ради вот того этой гонки этой. Ради гонки. Вот так и идет эта жизнь. Ради гонки. Так, кислая. Сейчас мы это... Тарелочку. Раду. И сейчас... Глаз прямо светлый. Так, садитесь. Выйдешь во двор, а нет? Сейчас так. Я...
Особенно эти, знаешь, эти маленькие курочки. Те, как я утром иду, так сюда на руки садятся прямо мне. Вилки доставай. Ой, какие куры. Я сейчас пойду принесу этот. Вилки дай. Так, сейчас сковородку давайте в середине поставим. Пойдем, не бойся. А здесь? Не бойся, не... Дальше не бойся, тут вот все толстые. Да. Да, да. Сейчас он растает. Приходил уже в эту часть.
Все проблемы. Не утонул. Не утонул, ребятки.